Всем привет, с вами Арсений, магазин Токэм и видеообзор о том, как крепить якорь-кошку к веревке. В данном случае попался у нас якорь-кошка на 8 кг, который разложен вот так. Вот. Как же все-таки его крепить? Есть два отверстия для крепления. Вот. Многие крепят просто за один конец, но здесь есть свой минус. То есть, если у вас где-то якорь застрянет, вы просто не сможете его вытернуть за этот конец. Вот. Для этого есть второе отверстие, к которому мы крепим любыми доступными для вас узлами веревку к этому концу. Вот, а второй конец продеваем сюда. И либо проволокой, либо кольцо металлическое. В данном случае я взял просто пластиковый хомут обыкновенный, который у нас крепится здесь. То есть вы можете спокойно его закидывать, пользоваться. Он под своим весом не разорвется, этот хомут. Вот. Но если вдруг у вас якорь сильно зацепился за корягу под водой или еще, чтобы не прыгать за ним, не нырять, не искать, вот, дергая посильнее, вы просто сорвете этот хомут и вытащите якорь обратно. Оставив якорь в целом, вот, и избежите новых приключений в поисках якоря. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.